Всем привет! Автомобиль ВАЗ-2110, двигатель ВАЗ-2111. Ну вот, посмотрите, головка 2108. То есть двигатели идентичные, что на восьмерке, восьмиклапанные, кстати говоря, что на девятке, что на десятке. Вот, поэтому видео про то, как я делаю вставыш, не вставыш, а вертыш в свечку. То есть свечка, резьба была сорвана. Докрутить свечку мне не представлялось возможным, она торчала миллиметров на 5, на 6, то есть не могла туда зайти. А если дальше крутить, то я просто бы сорвал. Ну, многие по-разному делают вертыши. Я купил вертыш. Такой вот вертыш. В магазине он на данный момент стоит, ну, наверное, бронзовый. Стоит он 40 рублей. Наружный диаметр 18, внутренний под свечку на 14. Вот так. Значит, я что сделал? У меня есть вот таких два замечательных инструмента. Вот они. То есть метчик на 18, шаг, по-моему, полтора. Да? Так. Ну ладно. Вот. И второй метчик на 16. Резьба там изначально в головке на 14. Я беру метчиком на 16, то есть не высверливаю ничего, не делаю. Метчиком на 16 прохожу сначала к этому метчику, приварена вот такая вот, ну, типа ручки двух. Прохожу сначала метчиком на 16. Это я уже прошел на 16. На 18 сейчас буду проходить. А потом сверху, как бы врезаясь уже в пройденную резьбу, прохожу на 18. Вот это вот метчик на 16. Он уже легко идет. Да, многие скажут, сейчас туда внутрь попадает стружка. Ну и что? Во-первых, это алюминий. Во-вторых, перед тем, как выворачивать свечку. Ну, это я на 16 прошел. Я еще пока выворачивать не буду. Но все равно, перед тем, как проходить дальше, я продую цилиндр при помощи компрессора. О, видите, сколько стружки летит. Блок цилиндра чугунный. И если я хорошенько выдую всю эту стружку алюминиевую, дюралевую, то я думаю, нифига, она 2-3 оборота и все выплюнет. Еще раз повторю, метчиком на 16 я прошел. К метчику проверил вот такой удлинитель. У меня два инструмента. Так. И теперь начинаю проходить метчиком, зарезаться метчиком на 18. А, вот такие коротенькие уже мне не хватает силы прокрутить, поэтому я взял свечной ключ и помогаю. Thank you.
Вот я вам скажу, метчиком на 16 тяжелее было проходить первый раз, чем сейчас вот метчиком на 18 после 16-го. Все, можно сказать, резьба нарезана. Да, забыл сказать, что поршень немножко приопустил, чтобы когда мячик заходит, не уперся в поршень. Видите, легко, очень легко прошел я уже от руки, выворачиваю. Так, резьба пройдена. Еще раз посветим. Вот там, видите, внутри стружка лежит. Сейчас продую все это дело. В принципе, и все. Вот видите, алюминиевая стружка дюралевая. Так, сейчас попробуем свечку. В принципе, заворачивается отлично от руки. Ну что могу сказать, если вдруг она вывернется вместе с вертышем. Я вот тут сейчас не стал сильно загонять, как бы. Ну, просто купите новый вертыш, и все. Сейчас я здесь еще намажу фиксатором резьбы. Термостойким таким, керамическим. Ну, и заверну на место. Вот, все прекрасно подходит. Можно даже, чтобы она пониже села, можно здесь вот вверх снять. Это уже как бы на любителя. Вот здесь вот когда прорезал, немножко на краях получились заусенцы. Но я взял вот старый надфиль, так вот края прошел, маленько ободрал их. Ну и все, теперь еще раз выдуть оттуда. Практически нету там уже нисколько алюминиевой стружки. Все, мажем керамическим герметиком. Вот такой вот, видите. И заворачиваем. Заворачиваем свечку вместе с закрученным на него вертышем. На нее, вернее. Ну, все. Сейчас только подтянем ключом. Все, свечка на месте. Делать вертыши. Ну, истратил я максимум минут 20-25 на ввертывание сорванной, вернее, на ввертывание вертыша под свечку. Вот так. Всем пока.